Против депутата Европарламента Альфреда Рубекса начат уголовный процесс. Рубекса обвиняют в том, что он отрицает преступления против человечности. В частности, ему предъявляют следующую фразу. Репрессии 1949 года нельзя оценивать однозначно. Многие были репрессированы заслуженно за то, что сотрудничали с нацистами. Партия «За родной язык» считает, что у каждого жителя Латвии есть право на версию истории, отличную от официальной. Поэтому мы проводим нашу акцию солидарности. Сейчас каждый из нас произнесет ту же фразу дословно, и мы выложим это в эфир. Это наша акция солидарности, и каждый из нас готов стать обвиняемым по этому политическому процессу. Ka socialistiskā iekārte izrādīja spējīgāka par kapitalistisko tajās apstākļos. Katrs no jūs esat devis lielu ieguldījumu. Lepojaties ar to. Neklanāties nevienam, lai cik ar grūti jums neietu. Против депутата Европарламента Альфреда Рубекса начат уголовный процесс. Рубекса обвиняют в том, что он отрицает преступления против человечности. В частности, ему предъявляют следующую фразу. Репрессии 1949 года нельзя оценивать однозначно. Многие были репрессированы заслуженно за то, что сотрудничали с нацистами. Партия «За родной язык» считает, что у каждого жителя Латвии есть право на версию истории, отличную от официальной. Поэтому мы проводим нашу акцию солидарности. Сейчас каждый из нас произнесет ту же фразу дословно, и мы выложим это в эфир. Это наша акция солидарности, и каждый из нас готов стать обвиняемым по этому политическому процессу.